Друзья, всем доброго солнечного утра. Сегодня у меня на обед рулет мясной с картошечкой. Здесь я накрутила уже фаршика, начистила картошечки. Сейчас порежу лучок. Лук я режу такие на крупные кусочки, не мельчу. И добавляем все, вот такие вот кусочки, добавляем все в фаршик. Сейчас будем резать картошечку тоже на такие маленькие-маленькие кусочки. Сначала режем на полосочки вот так вот и не очень мелко. Вот так, видите? Все тоже добавляем в фаршик. Берем адыгейскую соль с травами. Очень она мне нравится. Присаливаем по вкусу. Паприку я делала домашнюю. Прям хороших 2 чайных ложечки. Добавляем паприки. И по вкусу черный перец душистый. Все перемешиваем. Можно отбить, можно похлопать. Все готово у нас. Сейчас начинаем делать тесто. Вода, мука, соль и немножко растительного маслица, чтобы тесто было поэластичнее. Замешиваем. Рулет получается очень вкусный. Попробуйте, не пожалеете. Это наш любимый рулет в семье. Мы очень часто его готовим. Все, смазываем кружочек от мантоварки растительным маслечком и раскатываем такие вот ленточки. Прям пошире делаем, подлиннее, пошире, чтобы можно было сюда побольше фаршика положить. Чем тоньше, тем лучше. Тем нежнее у вас получится рулет. Накладываем прям так смачненько-смачненько накладываем. Раскладываем все равномерненько по всей длине. И сейчас аккуратненько все это залепим. Поэтому чем у вас нежнее тесто, тем у вас будет лучше залепляться края. Все хорошо-хорошо скрепляем, чтобы у нас в мантоварке ничего не развалилось. Вот так выкладываем на кружочек. Первый у нас готов. Сейчас второй слепим. Второй уже у нас готов. Все, готовый второй рулетик у нас. И сейчас сделаем и третий. Все делается очень быстро, легко и просто. И очень-очень вкусно. Все, и третий у нас готов. Все, все ставим на 45 минут. Пусть варится у нас. Все у нас сварилось, все готово. Сейчас я покуштую, попробую, чтобы вот картошечка у нас хорошо проварилась. Мясо, лук, чтобы все проварилось. Все очень вкусно. Все я попробовала. Выкладываем. Режу вот на такие вот кусочки, на небольшие. Выкладываем на тарелочку. Сейчас подождите, не отключайтесь. Сейчас еще покажу, чем еще поливаю сверху. Так, и растопила сливочное масло. И каждый кусочек сверху поливаю сливочным маслом. Все готово. Сейчас подождите, еще не все. Теперь берем хреновину, аджику острую, что хотите. И все. На этом теперь все. Мы садимся обедать. Вам тоже приятного аппетита. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем вам счастья, здоровья и всех благ. Пока-пока.